Добрый день, уважаемые учащиеся седьмых классов. Меня зовут Александр Коременко, я преподаватель лицея Антиох Кантемир. И сегодня мы продолжим наш цикл лекций по гражданскому воспитанию. Сегодня мы с вами поговорим об одной очень интересной теме, которая называется «Гражданская ответственность». Перед тем, как мы начнем говорить, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Каково должно быть отношение одного гражданина к имуществу другого гражданина? Как бы вы отнеслись к ситуации, если бы ваша вещь была испорчена по вине другого человека, а он не понес бы за это наказание? Случалось ли такое в вашей жизни? Вспомните такие случаи. В моей случалось уж точно. Итак, прежде чем мы начнем нашу лекцию, традиционно слова, которые помогут нам легче освоить нашу тему. Итак, гражданская ответственность – это вид юридической ответственности, связанный с нарушением имущественных прав другого лица. И компенсация – это возмещение определенных убытков, причиненных вследствие правонарушения. Гражданская ответственность заключается в применении к правонарушителю, должнику, в интересах другого лица, потерпевшего, кредитора, либо государства, установленных законом или договором мер воздействия, влекущих для него отрицательные, экономически невыгодные последствия имущественного характера. Это возмещение убытков, оплата неустойки, штраф, пени и возмещение вреда. Итак, защита гражданских прав. Нарушитель лишается каких-либо прав, либо на него налагается дополнительная ответственность. Ответственность носит имущественный характер. Ответственность одинакова для всех. И ответственность носит компенсационный характер. Итак, каковы же условия наступления гражданской ответственности? Это противоправное деяние, то есть нарушен закон. Это наличие вреда и нанесение гражданину или учреждению убытков. Это связь между противоправными действиями и убытками. Нарушитель своими действиями причинил вред чужому имуществу. И, конечно же, доказана вина нарушителя, потому что без доказательств вины существовать не может. Формы гражданской ответственности. Здесь у нас идет возмещение убытков, штраф, частичная компенсация вреда и компенсация морального вреда. Давайте проанализируем документ из статьи 91 Гражданского кодекса Республики Молдова. Возмещение ущерба. Лицо, чье право или законный интерес нарушены, может потребовать в соответствии с законом полного возмещения причиненного ему в связи с этим имущественного или неимущественного ущерба. Проанализируйте, пожалуйста, эту статью. Почему важно, чтобы каждый гражданин нашей страны мог защитить свои имущественные права в суде? Подумайте, пожалуйста. И у нас с вами есть случай для изучения. Александр Великий часто заходил инкогнито в индийские деревни, расположенные вокруг его лагеря, для того, чтобы познакомиться с обычаями и нравами чужой страны, в которую его занесла судьба. Однажды он увидел, что один человек умоляет другого взять у него горшок с золотом, и как этот другой отказывается даже взглянуть на это богатство. Александр выяснил, что горшок с золотом был найден в земле на поле, купленном у того человека, кто не хотел взять золото. Покупатель же доказывал, что купил лишь землю. Продавший землю говорил, что у него нет никаких прав на добро, находящееся в земле, которую он продал. Александр следил некоторое время за этой сценой. Никто из спорщиков не уступал. Тогда для разрешения спора позвали деревенских старейшин, и они нашли удачный выход. Сын покупателя женился на дочери продавца, а горшок с золотом будет отдан невесте в приданое. Александр был поражен тем,
каких высот может достигать человеческая добродетель. Он устыдился своих дерзких устремлений завоевывать чужие земли силой оружия. Это историческая притча. И скажите, пожалуйста, о чем идет речь в данной притче? Почему Александр не вмешался в спор? Чем он был удивлен? Почему тема гражданской ответственности была актуальна во все времена? И традиционные выводы в конце урока. Гражданская ответственность существует, чтобы защитить наше имущество и нашу собственность. Гражданская ответственность одинакова для всех. Гражданская ответственность носит компенсационный характер. Меры к нарушителю применяются, если доказано, что именно он нанес убытки другому гражданину. В качестве наказания применяется штраф, компенсация, полная или частичная. На этом у нас все, дорогие семиклассники. Вам успехов и до новых встреч!